меня пятая степень сперматоксикоза, вот я иду ее лечить, я не могу ни кровь сдать, ничего. Сейчас покажу, как это лечится. Музыку потише, это же все-таки авторские права. Жвачка. Пойдем. Пойдем. Я врач тут надо. А, ну если врач. Вы вообще тут в первый раз? Берите банку. Попробуйте. Да. Оп. Так, сколько вам заплатят? Ах, блядь. Суки. Вы не мужчина, сожалеем. То есть, какая-то... А вы можете посмотреть, вот я правильно все буду делать в кабинке? Да, я хочу. Вы же все-таки врач, пойдем. Я врач, я врач. Вы можете посмотреть, какие тут кабинки есть. Вот, вот тут с Раша Грей. Да, так, вот, Грей. Вот здесь вот у нас сигары. Сигара. Вот сигара. Мужик сигара. Ага, мужик. Так, дальше, дальше, дальше. Вот это Никсель Пуксель. Ну, она такая, на любителя. Моя любимая. Твоя любимая? Ну, это потом. Конечно. Давай дальше, дальше. Подвинься чуть-чуть. Вот этот, вот это вообще лучший человек. Блондинистый бородач. Иногда на него передергивал, но не всегда. Как настроение ляжет? Подвинься. Каренчик, подвинься чуть-чуть, дай пройти. Вот тут, смотри, это как ее, знаете, Аляша. Ну, Аляша на любителя тоже для молодых, я там уже пожилой кусок говна. О, вот это мои любимые, это самые сосные люди в области. Я как-то встречал, мы с ними дрочили вместе вот в этой кабинке. Вот они трое и я. Больше всего мне нравятся очкастые. А вот этот просто справа, он довольный сам по себе человек. Так, а там кабинка. Вот в эту не заходите. Вот в эту не заходите, еще рано нам все. Вот тут вы уже заходили, я видел. Ну, это красивая. Это Maybe Baby с синими волосами. А, Maybe Baby. Maybe Baby. Maybe Baby. Maybe Baby, поняла. Так, а теперь давайте зайдем к королеве. Опа. Марьяночка, снова я здесь. Смотрите, все правильно делаю. Ну вот, банка вроде стоит. Отлично. Как вообще сперматоксикоз будет лечиться, если так делать? Да, 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 да. Вот это упражнение по 5 раз в день делаю. А можно мне помочь, или я не знаю, что-нибудь стимулируйте, чтобы быстрее излечиться. Помогите чем-нибудь. Да вот вам Дима поможет. Дима, отойди, Дима. Ты забивной какой-то, Дима, отойди от меня. Да не надо помогать. Я медика попросил мне помочь. Медик, вы куда? А, я вот тут, они. Я тут. Давайте выйдите, я к вам повернусь. Выйдите из кабинки, Дмитрий, пожалуйста. А он тоже начал на Марьяночку дрочить. Нифига у него смайлик по духам. Ладно, давайте я просто спиной встану, чтобы он вас не видел. Да, да, да. Посмотрите, доктор, нормальные движения? Или да, может да, да, ускориться? Ускориться. Да, ускорьтесь чуть-чуть. Да. Но я думаю, я быстро закончу. Может мне подумать о чем-то плохом, чтобы быстро не закончить? Ну, типа там, каких-то там бабушки моются в душе. Как... О мертвых щенках. Мертвые. Ну, щенки мертвые, это понятно, они все тоже скоро все откинутся. Ну, может быть. Не, ну нормально идет вроде. Во, вот так вот постойте поближе, мне так лучше видно. Хорошо. Так. Скажите что-нибудь. Как анимешка, анимешница. Скажите, как анимешка. Ня, кавай, что-нибудь такое. Я прям быстро в банку всю залью. Да, да. Давайте, 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 давайте. Скажите что-нибудь. Может вам трек Марьяны Ру включить? Какой? Мегазвезда. Марьяны Ру. Ну я на него смотрю, если трек заиграет, все, я вообще тут обдрачусь. Не надо так. А, я понял. Ты вы посмотрите, как она на меня смотрит? Ну я просто в шоке. Девочка такая, сосочка на плейбое. Титя торчит, коленочки закрыла. У нее ляжки такие, ну, сладенькие, да, такие бы помятые. Волосики такие, уф. Все. Аф! Уф! 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 Ай-яй-яй-яй, качаю! Все, одна банка готова, 10 000 рублей. Пойдем покажу, как выводить будем. За мной, за мной, за мной, за мной. Идете? Вы упали. Да-да-да. И у вас труханы было видно. 25 000 дало. Вот сука, дрочила. Подвинь. Надо еще раз. Смотрите, еще одна банка. Я вот так вот еще могу. Хорошо, близко хорошо. Не подходите, а то сблюете. Ой, вот так вот. Бля. Ничего вкуснее не получится. Да все. За вот эту банку сейчас больше дадут со мной. Че? Врач, вы где? Я тут. Ой, ну тут дрочило. Давайте в другую кабинку. Книксиплексель вызовите. Какую вам кабинку показать? Вот это помню, Ксель-Пиксель. Ну, вы хотите к ней пройти?
Сможете там стоять, наблюдать весь процесс? Да, в принципе. Давайте попробуем. Фу, бля, ебать, след у нее не был, нахуй. Она прям в душу смотрит. И соски торчат. Блять. И вареник вроде чуть-чуть видно. Фуф. Чуть-чуть есть. Чертание. Фуф. Вообще нормально пошло. Ну, когда на вас смотрю, на нее пытаюсь не смотреть. Скажите что-нибудь. Иначе я денег не получу за эту банку. А я с нее два раза пил, что-нибудь скажите. Что-нибудь. Еще раз. Что-нибудь. Еще. Повторяйте. Что-нибудь. Повторяйте. Что-нибудь. Повторяйте. Что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, я же, знаете, эти коленки затряслись. А можно... Ой, блин, стульев даже нет, я сейчас упаду. Уф-уф-уф-уф-уф. А можете повернуться? А, конечно, спереди вы тоже красавица, но сзади тоже неплохой бампер, как у Ким Кардашьян. Конечно, мне надо смотреть, чтобы контролировать процессы, как доктор. А потанцуйте, потанцуйте, мне кажется, я выигрываю. Это изи мид, я вот иду рашить, смотрите, как рашит. Уф-уф-уф-уф, рашит, пушит, топ снес, кэрри убил. Пошел, по миду. Я на пудже, с блинком там. На пудже? С аганимом, с рапирой иду. Хукаешь, да, стоишь? Сейчас хукну, оп! Клопу хукнула, она не успела второй прожать от ТП-шицы, блин, вот тупая, блядь. Ну, это они все такие, это на рейтинг. Вот сейчас, если эту 25 ММР выиграю, 10 тысяч у меня будет. Топ-1 России. Давай. Скажи что-нибудь. Говори что-нибудь. Давай. Не так быстро. А то быстро закончу. Давай. Приятная игра, мой синхронный плей. Ой, какая игра приятная. Давай. Оп. Давай. Да заканчиваем. Давай что-нибудь прям жесткое. Жесткое что-нибудь скажи. Всем привет, с вами нереально жесткий парень Лео Кросс. Я кончил! Ай! Да нет, прости, не выдержал. Ай-яй-яй-яй, бутылку сюда. О, камшота напускал. Спасибо Лео Кроссу за промокод Кросс. Но самый лучший промокод это Тусин, конечно, да? Конечно. Все, давайте банку стоим, товарищ медик. Стойте, а теперь дайте мне свое мнение по поводу вот этого, вот как я лечу свою болезнь, сперматоксикоз пятой степени. В принципе, рекомендации врача, продолжайте в том же духе, все делайте правильно. Я лично проконтролировала процесс. Вот. Я вас внесу в базу данных, вот, справочку вам выпишу, будут вам больше денег платить, так как вы на лечении, собственно, находитесь, а не по собственному желанию. Спасибо делайте, большое. Делайте все правильно. Хорошо, все, спасибо большое. Все хорошо. А можно давайте порыбачить? Да. Мы проедем на рыбалку? Да, конечно, поедем. Да, поехали, пожуем жвачку чуть-чуть.